Жестокость, кровь, секс, нагота и мать-перемать. И снова здравствуй, меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все. И сегодня Фролов может все в игре под названием Slave Zero X, что в переводе с ненашенского английского на нашенский русский Раб Zero X. Если впервые на канале, тогда обязательно подпишись, а если уже являешься частью нашего комьюнити, тогда с тебя лайк, комментарий и распространяй в социальных сетях. А я начинаю. Я нажал старт. Вот. Загрузочный экран, куда-то бежим. Если кто успел что прочитать, мне расскажите. Зиггурат Present. Мне это все напоминает. A Puppy Works Game. Напоминает Half-Life первую. Гриффин Бёрнс. Что-то в этом, кстати говоря, есть. Элизабет Максвелл. Или Сайлент Хилл какой-то уже второй. Джордан Рейнольдс. И в главных ролях Иоанн Рузель. Анджали Кунапанени. Явно индиец. Сун Гван Чу. А это вряд ли индиец. Мара Джунот. Типа Джайнот? Why not? Джайнот. Норм. Кайл Маккартли. Так, нас кто-то ждет. Ты мальчик или девочка? Джеймсон Прайс. Шо? Что ты здесь делаешь? Мастер хочет тебя видеть. Для чего? Я думаю, что он наконец принял решение. Ты думаешь, я? Ты уверен? Ну, типа, сам и поговори с ним. Я в это не верю. Я это не верю. Ну ладно. Блин, так у тебя длинные волосы, ты мальчик или девочка? Шо, я хочу это все закончить, то, что начал Изаму. Я обещаю. Ну, допустим, ты хочешь закончить. А я хочу начать игру. Мы заходим в большое помещение, где есть стул для охранника. У нас белоснежные, белокурые волосики. Slave Zero X. На заднем фоне были звуки секса, по-моему. Ну, не знаю, у кого как, но я думаю, это так. Пожалуйста, я прошу прощения. Что там у вас происходит? Придурки! Сейчас тут все начнется. Так, давайте посмотрим на задний план. Тут стоит какой-то чувак с жвачкой. Нет, нет. Что он сделал? Он выжил себе в руку. Справа, по-моему, вообще обычный работяга с дубиной стоит. Разлетелось слева здание. Дыдых-дыдых. Я тебя съем! Это я ударил. Больше. Больше. Так, давайте, значит, никакого входа. Мы потихоньку начинаем игру, потихоньку идем, разбираемся с управлением. На X удар. Двойной прыжок есть, хорош. Так, что-то мы ему там поднавешали. Немножко симметрическая штука, да? Она поворачивается тут так кривовато. Не очень я ценитель таких вещей. Что у них за оружие? У них дубинка с шипами, какой-то лазерный меч. А я тебе могу подкинуть? Могу подкинуть. И ногой могу тебя подкинуть. И рукой. Хорош, вон бежит толпа ребят. Пацаны вообще, ребята. Угу. Хорош. Короче, держим их всех с одной стороны, потому что не будем бегать во все стороны. Комбо дается, ну, маленькая, пока мы еще учимся. Ой, разлетелись вообще во все стороны, ребята! Понизу бьем, ничего, нормально. Сейчас мы тебе руки-ноги переломаем. Куда ты пошел? Ой, это был какой-то крутой удар, потому что все стало зелененьким неожиданно. Вот он вышел. Так, подходим ближе. Слева, слева бегут парни, ребята. Короче, они какие-то супер слабые, то есть они разваливаются с одной тычки буквально. А вот эти ребята вот поплотнее. Ой, что-то нос зачесался. Ой, нос, ой, глаз. Сами подходите, я вас затыкаю. И ногой дал в лоб. Ой, тут еще снизу что-то есть. По-моему, он меня ранил, но чисто так, визуально. Ой, я убил. Побежали вперед. Ой, хорош. Так, а вот блок, ой, он меня даже ударил. А блок-то в этой игре есть, кто знает? Угу.
очень маленький тайминг для комбо. То есть тебе нужно бить супер-супер часто или вот супер толпу. Потому что если это не супер толпа... Да-да-да-да-да, оно вон даже не набивается. Не, набивается, вот десяточка была. Так, пацаны, я иду, вам лежать. Там какие-то у них разговоры еще идут, я просто... Когда играешь, особенно не отвлекаешься на диалоги. Но какие тут могут быть диалоги, типа, что ты сделал, и это, и как там это теперь все остановить? Хорош, я просто отошел в другую сторону. Ой, хорошо! И сейчас подкинем, раз! Ой, мы ворвались! Я понял, я могу выходить из стана. Могу в полете бить ногой вниз, хорош. На крючочек верхний правый я могу восстанавливать силы, да? То есть я, значит, трачу какую-то энергию для того, чтобы поправить здоровье. Слушай, а ведь целая полоса восстанавливает не так-то много, если честно. Так, я вижу, слева подходят ребятенки. Опять втроем, ну хрен с ними. Вот эти гораздо опаснее, чем те ребята. Все? Нет, вон. Давай! По-моему, он притворился трупом, и все. Забегаем вперед. Вверх. По лестнице. Врываемся в толпу. Ой, там их много. Сейчас. Оп. Пробежали. Это я сделал для того, чтобы мы сражались с одной стороны, потому что это, блин, ну это вообще невозможно. Ой, какая штука была только что. Как я это сделал? Непонятно. Да уж все подходили бы, что? Ребята, а чё так? О, это было ништяк! Какое-то зеленое свечение. По-моему, пендали ему дали. Опа! Единственное, вот в таких играх обычно очень требовательная механика к блокам. Но я пока блоки вообще не ощущаю. Их не может быть, правильно? Потому что тут есть, если есть дэш и атак, вон... Опа, восстановились. Ты кого хотел подловить меня? Хера тебе. Ой, хорош! Хорош! Отлично. Слабость. Больше! И куда? Не больше. А добавить, короче, все. То есть мы что-то поглотили, что-то поглощает теперь нас. Clear Best Combo 10. Уровень С. Ну, все нормально. Continue. Давайте продолжим. Пока что битэмап в самом своем лучшем проявлении. Так, налево, как всегда. Ничего нету. Вон толпа бежит. Кровь, мясо, кишки, внутренности, трупы, эти. Еще что-то. Ой-ой-ой, нам тут навешали. Что, я знаю, ты меня можешь слышать. Ты что, свой мозг потерял, короче, типа, ты псих. Мастер в ярости! И что? Что он говорит-то? Переключаем другой канал. Пока-пока. С кем? Кто мы говорили? Так, а мы продолжаем, кстати говоря, все то же самое. Все те же самые люди. И вверх, и вниз, и бьем, и по-всякому. И тут и мясо, короче, летит. Я пока не понимаю, хорошие мы или нет. Потому что, судя по всему, не очень хорошие ребята-то. Потому что тут какая-то база. Что-то мы то ли сперли. Угу. Бежим. Опять... Ой, извини, пожалуйста. Чуть-чуть тебя это не проворонил. Пацан. Хорош. Нас чуть-чуть подбили. Там какой-то хер идет с огромным молотом. Наверное, каменщик работает 3 дня без перерыва. Ой, хорош! Так, а он тоже застанился, кстати говоря, ты видел? Да, у него какая-то тоже способность есть. Да, стой. Пацаны, вообще, ребята. Да, он самый, короче, плохой. Нет, я думал, какой подбосс. Он вон упал. Да, тут определенно есть тайминги, то есть просто так лупить тоже не совсем получается. Вот, я тебе беру этот световой меч. Потихоньку.
Угу. Встали! Удар! Хорош! Вверх! Угу. Не, нормально получается, игра как игра, конечно, как демо-версия. Я думаю, что мне бы побольше инфы про управление. Ага, я подумал, что он будет меня бить, возможно, даже, даже кувалдой. Возможно, даже по голове. А что так темно-то стало? У вас тоже так? Ну, короче, мы его загнали в какой-то темный угол и просто это мутузим. Да-да-да-да-да. А теперь мы спускаемся. А их что-то там много, ты видишь? Парни. Там что-то летает. Сейчас. Вон, на заднем фоне, видишь? Сейчас мы этих пробьем. Сейчас, извините, пожалуйста. А что-то мы взяли? Что-то... Мы здоровье взяли. Потому что у нас было здоровье не полное. Нас точно подбили. Ой, пендель ему дали. Пендель и в космос. Давай тебе тоже пенделя. Хорош, хорош, пацаны. Ух ты, это что такое было? Так, вот про что я говорю, что нельзя, чтобы тебя зажимали с двух сторон, потому что как только тебя зажимают, ты не можешь бить одновременно туда и сюда. И все. Ой, стайл. Это что было? А? Говорит, нажми, говорит, чтобы, говорит, ну, взаимодействовать с магазином. Я нажимаю, он такой, ну, а он еще не готов. И ты такой, ну, хорош. Засранцы. Ой-ой-ой, и сразу, прям сразу же. Так, какой-то этот череп с нами разговаривает, подключенный к биомеханоиду. И по ногам, еще пройдем вам и по рукам, и по головам. Говорит, ты думаешь, что это самый... Кто это? Что это? Ой, там стоят, меня уже ждут ребята. Пробежали, пробежали. Не дадем себя зажать. А там впереди их, по сути, будет много. Слушай, ну достаточно однообразно пока что. Может быть, я, кажется, что-то не знаю. Мне очень не хватает какого-то... Во, нормально, я получил люлей. А что это? Ты что это делаешь, дурак? Ты что делаешь? А это какой-то другой, что ли? Потому что у нас не было такого. До этого, там вон, мы люлей давали. Сейчас. Вон, видал? Вот, и как я должен увернуться от этой херни? Я что-то на все нажал, они что тут разлетелись почему-то. Слушай, мы чуть-чуть восстановили жизни, да? То есть у нас точно было меньше, но мы прокачали. Бредятина какая-то была. И поднимаемся еще выше. Так, тут ничего нету? Нет, взаимодействовать я пока тут ни с чем не могу. По говну по какому-то пробежали. Так, только вот этого с кувалды, пожалуйста, отправьте его на каменоломню. Он мне тут нахер не нужен. Сколько в тебе здоровья-то, а? Проходим. Вот он! Слушай, ну мне бы в тайминг его бить бы еще. Ой-ой-ой-ой! А нахрен... А чё так? Можно было? Короче, смотри, я стою под углом. Я стою под углом. Как только они подходят, они получают от меня тычку. А-а-а! Нет, не только. Не только, но и сразу. Одного мы забили, и остался один... Короче, когда он один, он уже не представляет никакой угрозы. Вон мы... Да ты чего делаешь, дурак? Так, а я, кстати, пока не могу воспользоваться здоровьем, потому что у меня не полная полоса. То есть нужно еще кому-то дать людей? Ой, лейтенант! Ну попробуй. Ой, у тебя и пистолетик есть. Ух, ни хрена, он мне в лоб дал. О! Пролетел. Ногой получил. Херню и ударил.
Куда? Это что сейчас было? Так, давайте-ка еще разочек. Я хочу еще. Но пока мне не очень понятно, как мне его бить. Так, ой, полной жизни! Ой-ой-ой-ой-ой, как он мне просраться-то дал! Пробежали, ударили, развернулись. Бежим, навешиваю. Ты упади нахрен. Ой, там какая-то атака была прикольная. Красавцы. Давай. Опа, удар. Вот, и сейчас мы тебя зажмем, к чертовой матери, давай. У него пистолет. Куда ты ушел, дядька? Ай, бежи. Если ты не видишь, что происходит, я тоже не вижу, что происходит. Я не знаю. Что это за херня? У него и пистолеты. А я могу это как-то контрить, ты все? О, это что? Это я его. Слушай. Да все, упади, да ты че? Да не должно быть таких сильных боссов. Алешеньки. Ты дурак! Дурак, все! Пистолетом! Да все! Молодые люди! Я хер его знает. Мне кажется, мы били его достаточно, но... Вот, хопа! Он такой, вот и пистолетиком я сейчас тебе. Я очень надеюсь. Да не, но он стреляет. Вставай. Я, короче, ребята, я луплю прям, как этого черта, да? Вот я ему за спину зашел. В чем была только что проблема? Не, ну мы же должны его убить. Может, какую механику нет? Вот сейчас я использовал типа здоровье заранее. У него есть определенный... То есть, когда мы наносим ему какое-то количество урона, ну, по-любому. Что я кинул? Вот. То есть, мы стоим рядом с ним. Я вот пробегаю влево, вправо, блядь, никуда не пробегаю. Вот, сбили у него, значит, эту херню. Вот он меня ударил. А, не, или... Я не понимаю, как... Во! Пробежали! Алексеюшка! Что ты делаешь, мой человек, а? Как ты его зажал? Алексей! Что там происходит? Что у вас происходит? Я, короче, вот в этом... Ой! Вот он тоже, по-моему, устает. По-моему, все самое интересное произошло за кадром. Что там было? Я не понял. Ну, мы это расквасили, да? Да. Блин, это было забавно. Но все равно, что-то у меня вопрос к таймингам и к блокам все равно присутствует. Я не думаю, что это должно быть так. Короче, должен ты вернуться, Шон. Кто это? Что он говорит нам? Я не закончу, пока я это не Я не вернусь, пока я это не закончу. И мы очутились. Где? На складах каких-то? Давай опять потихоньку. Иди крабиком, брат. Или какое-то телевидение.
Так, это лифт, что ли? Это лифт. А помнишь, как в Черепашках-ниндзя было то же самое? Типа, как ты не можешь понять, что я пока не закончу, не вернусь? Естественно, warning. Развернись, нормально! Парни, парни! Ой, хорош! Во, вот когда они стоят, короче, все вместе, и с ними очень приятно работать, очень приятно. Ой, а можно продолжить бить? Да, я просто пробежал, вообще пробежал, знаешь, на бешеном микро. И последнему еще пинок в воздухе дал. Короче, на лифте мы сейчас поднимаемся вверх. Пацанам не даем оклематься. Их четверо. Поэтому это нужно брать в расчет. Хорош, на лифте. А лифт-то что-то не едет уже. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Что это за говно? Что это за говно? Я ничего сделать не могу. То есть они просто меня... Да пошли вы нахер! Да они просто... И как? Нормальные! Они просто меня зажали в углу? Просто! В смысле, вообще просто в углу зажали. И я ничего не могу сделать. То есть я просто зажат в углу, и они делают атаку за атакой. Атаку за атакой. Не, сейчас тоже, конечно, так делаю, но, типа, но это было как бы нечестно с их стороны. А это только типа начало уровня, понимаешь? Это начало уровня. Мне нужно сейчас восстановить столько энергии, чтобы просто чуть-чуть, просто чуть-чуть здоровье подтянуть. Нахер иди. А чё ты? Где дэш? Где бежать? Почему он прополз, как этот? Не, лифт едет, это неплохо. Во! Слушай, их становится больше, и это в целом неплохо, потому что они супер простые. Блин, ну конечно, если попасть им под удар, наверное, будет больно. Я аккуратничаю, трындец, только по той причине, что мне нужно подкопить энергию. Опять этот хер. Пипец. А сколько их? Три, что ли? Не, их два. Алексеюшка. Алексеюшка! Все, я просто их веду. Я жду, когда у меня полностью заполнится жизненная вот эта вот энергия синенькая. Во! Ну! Что я сделал? Что я... Почему? Почему энергия не восстанавливается? Я не понимаю управление, ребят. Вот это... И, кстати говоря, в опшенах... Во! В опшенах этого нету. Опа, пробежали, нахер вас. Мне самое главное сейчас, это вот это, я короче, долблю на одну кнопку, но стараюсь, короче... А ну, пробежал, зараза! Алексей! Блин, все, они меня зажали нахер. Этот дурак стоит еще, смотрит, типа, что происходит. Со здоровьем большие проблемы, но мы аккуратно входим в тайминг. Слушай. Короче, да, мастер тебя нахер убьет, или что-то типа, нет, мастер. Ну мы поднялись, или как, или что, или где, или кто. Все, я забрался, дайте я пробегу. Warning! Ты! Короче, да, они нас называют рабом почему-то. Ну, prepared! Короче, готовься к идеальной смерти. Да у тебя хоть есть понимание, кто я такой? Атавака! Это Атавака! А ты дарабара, папа! А нахер ты не пошел бы? Я сейчас стану. Видал? Нет, не видал. Сейчас я тебя. Опа, раз! Я встал!
Я так играть не умею. Он просто раскидал, он летал по всему экрану, просто люлей вешал. Атавака! Well done, молодой человек. Говорит, прожарка, well done, как я просил. Спасибо тебе огромное, ты самый замечательный. Говорит, наконец-то все теперь по суду, по свободе. Как в Старкрафте, короче, как в Старкрафте первом, когда разговаривали вот эти вот главные герои за своими компьютерами, да? Они что-то там территорию делят, нам похеру, мы лежим в своем костюме, отдыхаем. Подъехала история. Вообще. Improperly disposed of, it would seem. Trot along now, let your elders sort this out. This is ridiculous. Это ужасно. Да. Ну, мочило жуткое, жесткое. Это вам не Hollow Knight бегает. Тут вон на все кнопки долбишь, и то ничего не получается. Опа, чё? Shut up! Закройте стиборты ваши! Нет! Не опять! Атавака, не дай ему уйти! Атавака! Икс. Ну, что-то еще прошли. Короче, три уровня. Да, Сенс его по плейнг. И это было хорошо, потому что если бы больше, здесь точно, срочно что-то нужно еще. Потому что игра, по мне, вообще не завершена. Мне нужно больше, мне нужно еще. Еще. Если меня зовут Алексей, то ты на канале Фролов может все. И сегодня Фролов смог все в демоверсии. Как она называется, эта игра-то? Нет. Slave Zero X. Поэтому, если до этого момента смотрел, обязательно подпишись, поставь лайк, не забудь. Пиши комментарии, заходи в группу в Телеграм, там много новостей. Добавляйся в друзья, давай дружить, давай делать контент вместе. Новое видео выйдет совсем скоро, и знай, мне с тобой было хорошо.